Вот, друзья, шкребем по дну немецкого блиндажа. Части от амуниции, части от игрека. Да, финал для чистки, в котором осталась масленка. Под шлем, друзья, от каски с кусочками ремешков досталось фашне патроны, крем, кстати, для обуви вермахтовый, шел в прессованном картоне, две упаковки, кстати, кому надо, говорите, намеренно патронов, пока месяц идет. И больше ничего сверхъестественного. Ну, тут прям под самолетом и показывали. Консервы, части амуниции. Заходим в блиндаж. Очередной у нас заход в блиндаж, очередная глубина. Что поделать, мы такие психи.